15:20 в дежурном части отдела полиции номер 1 поступило сообщение по факту дорожно-транспортного происшествия на Ленинском проспекте с участием сотрудника органов полиции, в результате которого погиб пешеход. Двое пешеходов с телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе Следственный комитет, проводится процессуальная проверка, осуществлен выезд прокурора района на место происшествия с целью координации деятельности правоохранительных органов. О результатах процессуальной проверки будет сообщено дополнительно.